Цехом сбора и транспортировки газа Южно-Якутская группа месторождений обслуживается порядка 160 километров газосборных сетей. Регулярный осмотр промыслового оборудования – важнейшая составляющая работы специалистов. Для поддержания работоспособности и безопасной эксплуатации нефтепромысловых трубопроводов важнейшим требованием является своевременное и качественное их обслуживание. Технические осмотры линейной части трубопроводов проводят путем обхода и осмотра трассы трубопроводов в соответствии с утвержденным графиком. Обход и осмотр газопровода проводятся бригадой из 2 человек, которые предварительно прошли специальное обучение и получили допуск к такому виду деятельности. При техническом осмотре трубопроводов осматривается состояние изоляции кранового узла, фланцевые соединения, а также сварные соединения, сальниковые уплотнения, надводные и подводные переходы, состояние эстакад, состояние опор. Обследуются газопроводы на предмет утечки газа. В этот раз по итогам проверки утечек газа не обнаружено, замечаний нет.